А перед началом видео хочу посоветовать вам сайт ProxyWeb. Пассивный доход, который сам дает вам баблишко. Просто нужно зарегистрироваться на сайте, скачать программу для заработка, запустить ее, и все. Программа автоматически зарабатывает вам бабки, и даже не нагружает компьютер. Быстрее переходи по ссылке в описании, и начинай колотить баблище. Ну так вот чё, сижу такой сижу, и думаю, а не поискать ли мне школьников, чтобы оценили мой канал. Короче, меня переклинило, и я сделал вам этот ролик. Сами смотрите, что получилось. Ах да, подписаться не забудь и лайк влепить под видос. Поехали. Так. Заходим. Оценка каналов. Выбираем прямые трансляции. А теперь ищем нашего первого кандидата на лучшую оценку. Опа, наебать. Вот он, красавчик. Он по-любому крутой чувак. Ребят, у меня там, короче, просто домофон что-то залагал, у меня там фигня какая-то творится. Чего, блин? Вот кто-то просто припарковал тачку возле подъезда, и сейчас уж во все домофоны, ну вернее, во все квартиры звонят и расспрашивают, не ваша ли эта машина? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Как же бесит, а? И уже нам несколько раз домофон позвонили, он еще несколько раз залагал. Так, ладно, продолжим. Информация обо мне. Я тупой школьник. Ну вот, когда мы узнали о нем побольше, мы попросили его оценить наш канал. Оцени каналчик. Сейчас, сейчас, подождите, ребят. У нас уже тут очередь накапливается. Вы пока подписывайтесь, если не подписаны. И ставьте лайк обязательно на стримчик. У нас тут уже целых 13 лайков, ребят. Это просто охуенно. А вот те, кто ставит дизлайки, просто тупые эти, как их, хейтеры. Вот. Браво, по-мужски! Так, смешная звучка Google, смешные, что там, школьники оценивают. А школьники оценивают мой канал. Ну, сколько тебе лет, давай почитаем, может, указал там что-нибудь. Угол, озвучка смешная и угарная. Озвучка животных, кошек, собак, птиц, роботов, много мата. Понятно, дофига трэша. Так что если хотите мамкиным... Ой, так что если ты еще мамким сыночек, то проходи мимо. Смешно, конечно. Фан пиздец. Мы еще в соцсетях вступаем в нашу группу ВКонтакте, мы в Инстаграме. Я тоже, кстати, и ВКонтакте есть, и в Инстаграме, и в Ватсапе, и в Вайбере. Много соцсетей. Ну, главное, что у меня нету этого телеграмма. О, 200 с лишним тысяч просмотров. Неплохо. 2000 с лишним подписчиков. Ну, практически 3000. Тоже неплохо. Для твоего контента, я думаю, это нормально. Ну, в общем, мы пришли к выводу. Он оценил только наше описание канала. Мы узнали, что он плохо читает, знает цифрки, смеется над словами «маменькин сынок». Итого получаем. Тупого школьника? Ну ладно, ладно. Чуть-чуть тупого школьника. Итак, погнали дальше. Сейчас найдем кого-нибудь еще круче. Опа, бля, крутая тачка. А там, наверное, сидит топовый оценщик каналов. Ну давайте зайдем к нему. Как-нибудь вот так попытаюсь прыгнуть. И нет, я не долетел. Как-нибудь вот так попытаюсь прыгнуть. И нет, я не долетел. Хуйней занимается какой-то. Так, опа, нашел. Придурок, блин. Ты материшься, сказали в садике. Они пиздят. Вали отсюда, если тебе не нравится. Я тебе сказал шапку доработать. Вот это наш клиент. Просим его поставить нашему каналу оценку. Да, у тебя фигня стрим. Ну да, да, давай, про геймер. Это ты же лох. Ебать ты лох. А Live KB, Google озвучка. Да, конечно, оценю. Чего за вопрос? Подпишись только. Короче, у тебя шапка просто
офигенный. Эта аватарка тоже не это, не средняя, а просто офигенная. Превьюшки есть, прикольные. Плесты есть, сообщество есть, каналы есть. А канале есть, ну... Просто денег нет. Вы держите здесь. Нормально. Вот это я понимаю оценка. Да, это жестко. Ну что ж, Сникерс, не тормози. Ёптать, погнали дальше. Ну смотри. Я тебя внимательно слушаю, пиздюк. Давай рассказывай, зажили-были. Будет прикольно, когда у меня будет 222 подписчика. Я точно скрит сделаю. 2-2-2-2 такой. Давай оценим. Так, смотри. Сначала... Да ё-моё. Я не понял. Сначала оцениваем шапку и аватарку. Аватарка топовая. Реально прям крутая аватарка. Топовая. Вот прям не к чему придраться к аватарке и шапке. Ну, к шапке есть чуть-чуть. Чуть-чуть непонятно то, что это черепа. Ну да ладно. Превью. Что у тебя по превью? По превью у тебя... Все, нормальный превью, нормальный. Легкий, но в то же время и красивый. Спасибо. Плейлиста есть, сообщество. Сообщество тоже. Красавчик вообще. Красавчик! Понятно, ну, один канал, но... Ё-моё, ладно. Красавчик! Может, ты что, прикалываешься? Ладно, я думал, тебе уже тоже оценить 12 из 12. Но превью последнее... Да еще несколько превью, такое себе. Но 11,5 из 12, как 4,5 из 12. Ну вот таким получился выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Третий выпуск обязательно будет. Так что подписывайся, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Удачи!